Приди к нам и спаси нас. Слава Христу. Так, присядьте. Небольшое объявление будет. Перед занятием. Значит, у нас гость. Приехал мой племянник, моей сестры Татьяны, Василий Лапкин. А у меня был родной брат, брат Ребрич, тоже Василий Лапкин. Вахту принял. Но на него ты похож, чтобы не был. У него вера чуть-чуть была. Не отрицал, но и никто его не знает. Значит так, он проездом и сейчас уезжает. Но. И сказал, что у него есть один вопрос. Так, я слушаю. Вопрос очень простой, и он такой простой. Я для и нахожусь здесь, чтобы отвечать. Вот, моя дочь. Да. И заезжали мы в Томск. Есть Даниил Калашников, мой брат двоюродный, Евдокия Тихоновна сын. Да. У него есть сын Елисей. Да. Вот просто теоретически, если предположить, они могут пожениться между Нет, собой? Нет, конечно. Никогда. Нет. Я тебе сейчас нарисую. Чтоб вот объясните, как сейчас нам это объяснять? Понимать? Тут еще не надо. Я всем должен нарисовать. А у вас третья. Ну, может, четвертая. Ну, скорее всего, третья. У вас же в книге все, Игнатий. Вы же двоюродные братья, прикинь. Ну, да. Во второй том у тебя есть? Есть. А что ты его не считаешь? Почему? Читаю, но этот не нашел. А? Не нашел этот, ну, не попал. Вся в середине, нет, там, нет, где нет, начинаются эти. Как раз и есть. Последний вопрос. Длинный такой там. Со схемами такими. Сейчас я ему найду ответ. Я бы никогда это не сделал, если бы не поговорил. Ну как так? Это же во втором томе. Поделись, братан. По оглавлению может. Ну, по оглавлению нет, может. Нет, не оглавление, это схема, она сразу будет бросаться в глаза. Посмотри, схема есть, нет? Лучше не ладно, да? Это третий, я давно сам-то не смотрел. Вот, есть, есть, схема есть. Ну, где? Вот, когда заниматься. Вот, вот ты все это и возьмешь оттуда. А я теперь покажу тебе сейчас схематично, как это делается. Дальше еще время пройдет, ты придешь ко мне, вот так по мне будешь, так, дорогой ты мой, да как же ты смотри. Мне сказал? Это все время пройдет. Ну, правильно, я не ошибся. Молись только. И на занятиях. А так ну, ничего подальше, не будет. Надо взять, ничего не надо. Ты рядом с нами на этом же поезде едешь. На чужом не надо. О! Возьмешь подарок. Главное, что ты тихий и не дерешь. Календарь на 2021 год. Если 20, это плохо. И тут есть даже наши картинки. Посмотри, как тебе сделать. Садись рядом или как? Садись сюда. Практика показывает. А вы, Игнатий Иванович, на стол друг против друга садитесь, да и все. Ну тогда садись сюда, со мной рядом. Кто хочет, это со мной садитесь, будете видеть. Я уже замужем. Мы видеть будем. Так, давай. Андрюша, иди смотреть, тебе пригодится. У тебя мать как звать? Татьяна. Татьяна. А у него мать как звать? А вы сюда Евдокия. Садитесь, вот сюда. Смотри. Евдокия. А у них, у обоих отец Тихон и Мария, так? Так. Тихон, Мария. Вот соединила. Вот здесь Татьяна. Ну сюда я маленько пониже надо. Что получается? Два. Теперь у Татьяны сын Василий. 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 У Василия Александра. Угу. Правильно нарисовал? Да. Теперь смотри. Здесь у Евдокини. Даниил. Даниил. И Елисей. Елисей. Давай. Вот сколько здесь бывает, гляди. Раз, два. На родителей три, четыре, пять, шесть. Шесть не разрешается. Только с разрешения епископа. Вот это вот переход один считается колено. Угу. В каком колене они родственники? В шестом. Вот. Тихон и Марья. Угу. Вам понятно это? А мой отец, Тихон Мария. Вот. Его сестра, ну меня тут нет, так я говорю, Татьяна. А Тихона Мария родилась Евдокия, вот они. Сколько между ними родство? Два колена. Про это говорить не надо, кровосмешение. Дальше у этого Василий, у Евдокии, это Данила, а у этого родился вот этот Василий сидит. У него вот эта дочка Александра, а у того Евсевий. Елисей. Переход один, два, на Тихона сойти. Три, четыре, пять, шесть. При восьми мог бы, вот от них, допустим, родственники родятся, тогда можно. Здесь шесть.
Только с разрешения епископа. Ты второй том хорошо посчитай, там подробно все это. Он у тебя вот есть. У нас разговор зашел, я говорю, только с разрешения епископа можно. Они говорят, ни в коем случае нельзя. Ну, они не знают, может быть. То есть я понимаю, что это исключение из правил. Ну, я говорю, что это понятно. Да. Это закон церковный. Значит, правильно, что с разрешения епископа... Вот, допустим, так, смотри. Закон государственный был такой. Юноша может жениться не раньше 16 лет, а она 15. Ну, пришли к батюшке, то другое, там вот там грех там между ними, и батюшка вид такой, ну, пока беременна это, тогда уж, куда девать ее? Начинает он женить. Значит, сколько ей не хватает? Ей, допустим, не хватает год, и ему год, по году. Ну, если, допустим, 18 надо, а поженили 15. Разница в 3 года. Разрешенная. Теперь вышестоящие у партии узнают, папа отмечает на 3 года. А дьякон, который на полсрока, полтора года не будет служить. То есть от ихнего срока это... От ихнего срока. А их развести. А потом сойдутся, оно может ребенка уже ростит, там, ну так случился грех раньше времени. Распрямись, рожь высокая поют. Тайну свято сохрани. Тайну сохрани. Это некрасовская. Ну, поют такая. Располнен полная моя коробушка. А что прославляют? Тайну сохрани. Какую тайну? Когда каждый с каждым днем все заметнее. Тебе понятно это? Понятно. Это вроде все серьезный. Вот. Я так и говорил, вы мне когда-то объясняли, я специально попросил, чтобы на камеру, чтобы это было в ролике. Я говорю, с благословения епископа в виде исключения можно. Да. А они говорят, вообще никак нельзя. Ну, ты не, вот я тебе отдам, да. Держи, им поговоришь. Это, ну, они не знали или что-то, прости. Мы не собираемся жениться, просто нам тема была интересна. Так, на второй том положи. Так, еще вопрос. Вот это был один вопрос. Один. Все, больше специально заехал, чтобы на видео заснять, чтобы... Я включу им и покажу. У Серахова написано такое. Дочь для отца – постоянная забота. Вот. Первое, как бы не отсняла от девичества, как бы не забрюхатила в доме отца, как бы не возненавидел муж ее. Понимаешь, сколько забота? И так потому, говорит, с дочерью не улыбайся, а строго держи ее. Иначе будет позор, и все будут переговариваться. Смотри, не усмотрел. У казахов так проще. Это пишет, тогда у них Чингиз Айтматов, писатель был такой. Герой киргизов. Ну, Чингиз Дарикулович Айтматов. Это наш киргиз. Киргиз. Да. И вот он описывает, там, ну, казахи там где-то. Оказалось, что сказали к ней... Приходил и спал, парень. Он ни подтверждения, ничего не нашел. Парень-то и уехал. Было ли нет заметно, что так? Гинекологи не рассматривали ничего. Он еще лучше не мог придумать, как ночью пришел дождь и задушил руками. Это их обычаи. Вот сидят за столом, это Айша, его любимая дочка. Ну, она распорила со родным братом. Что-то не так было. И он решил, пап, Айша с мужчиной целовалась. Ты что городишь? Айша, пап, это там спектакль был, и по спектаклю там это... Ну, я не целовал, он просто так показали, что было. Я спрашиваю, целовалась или нет? Да нет, он только прислонился. Он хотел пистолет и застрелил сразу за столом ее. Ты понимаешь? Берут интервью. Парню где-то не полных 16 лет, мусульманин. А где отец? Отец у меня шахид. Он подорвал себя, и 5 русских унес. Я таким же буду. А мать у тебя? Ну, мать одна. Ну, если бы мать приводила на ночь мужика, он опустил голову, поставил, зарежу. У тебя сестренка подрастает, ей уже 10 лет, 12 замуж, у них закон решает. Она будет с парнем дружить. Ни секунды не задумал, зарежу. Я не зарежу, говорю, а к тому, как они умеют хранить. Вот здесь было, когда в Дагестане-то. Ну, их там разделили, а его сестренка оказалась это рядом, а мужской пол, они сюда. Ну, и что он сделал там, непонятно. Схватил ее где-то или что-то. Пацан совсем маленький, 14 лет. Он прыгнул, выхватил автомат и застрелил его. И вот тут сразу убили. Вот фильм, когда показывают, когда там плененный где-то, пленного, взяли они с собой, дороги показывал, чеченец какой-то. Ну и отпускают, он говорит, вернешься? Верни, если там баба полощет белье, спроси, куда дорога идет дальше. Когда он вернулся, хорошие девушки. Красивые, видать, да. А ты как с девками-то? Это нельзя, Аллах запрещает. Да мы против них-то никто. На одну ночь, что я к отец уехал, она уже запрехатила.
И не кто-то, а дочь священника. Это как? Поэтому не показывай в стенах веселого лица, строго держи. Не бойся, что люди скажут. Считай, не муж создан для жены, но жена для мужа. Доказательств не надо. Ты генерал, а он ефрейтор, будешь подчиняться. Ему будешь честно давать по утрам. В Японии это знают. Утром встали, а мальчишке 4 года, а дочери большой 18 лет. Он выходит, девочка там подрастает. Она выходит, папа поклон. Поклон должен быть такого-то. Брату поклон, ему 4 года. Вот так вот. А сестре 18 лет, так это там потом. Все распределено. Это нации совершенно другие, никакие, это японцы. Строжайшее правило. Поэтому переводить, когда было «Я есть путь, истинная жизнь», они не могли перевести. Вот Николай Японский, Касаткин. Путь. Какой путь? Ну, дорога. Какая дорога? Ну как, дорожка по которой? У вас сколько значений дороги? Ну, одна дорожка, стежка. А у нас 8. Одна дорожка для императора. По ней идешь, ты, если навстречу, должен головой до земли. А если вот дорожка, которая для министров, это дорога по-другому. Другое слово здесь «вэх». Так вот, на выход это теперь поклон только до сих пор, больше никак. А пока дойдет до дорожки корову провожая, ничего не значит. Как перевести правильно? Какой путь взять? На северных народах переводят. Я, Христос говорит, хлеб, а у них хлеба-то нету. Я есть хлеб истины. Решили перевести юкола, сушеная рыба. Я считаю неправильно. Нам говорят, что смоковница. Вы в глаза не видели, но смоковница так и есть. Я в словарь открою и посмотрю. А тут решили перевести так. Ты понял, какие знания должны быть у тебя обширны? Не старообрядческие, на микрон на один. И поэтому их нигде не сдвинешь, а разбития никакого нет. За 360 лет ни одного миссионера нет. Ты еретик, переходи к нам, вся проповедь. Вот сейчас один на 5 с Новосибирска вышел там, знакомый парень, он городит что угодно. 8 раз, кажется, меня задел, и каждый раз ложь. Он не может доказать, меня отлучили, когда, где, покажи где. Нет, а дальше я ставлю, я у митрополита, 60 Корнелий, он мне пишет письмо. В моих книгах, которые я писал, нашел много нового, интересного, полезного. У нас хорошая переписка. С тобой будет он переписываться, но у тебя ничего нету, только драка. Чуть не так, кулак. Каждую субботу, говорит, жене профилактику. Епископ сейчас сказал не так, шибли его, говорит, там поколотили епископа. Я такого даже... Ну, патриархии не слыхал. Это не где-то в Новосибирске. А все за мной гоняются. Всем охота хоть маленький рубщик от своих зубов у меня оставить на мне. На моем тащили многие зубы тощие, да без зуб остаются. Игнатий Тихонович, спаси Христос, все. Ответ получен. Все. Так, я, вы мне объяснили, я так и запомнил. Так. А все говорят. Тем более я тебе даю. Переход один, это колено считается. Даже отец Аким говорит, никак. Я говорю, никак, Игнатий нет. Тихонович говорил, что с разрешения епископа можно. И вот сейчас специально это книга видео. Никакая, это консистория. Все, понятно. Это... Бежим уже, бежим. С Богом. Спасибо Христу. Какое-то наставление дай народу нашему. Вот, если можно, где-то поклончик, вот ее на операцию везем. Когда операция еще неизвестна. Где, но... когда? В МНТК, а когда неизвестно, ждем очередь сейчас. Вот. Со дня, ну, с ближайшей... Нина. Нет, глаз. А, Олега знаешь, Нина? Нина Васильевна Потеряпки же. Это не Матузов фамилия? Да. Да, Анна. Олег, ну, так, же операция на глазах в Германии. Нина позвонила, чтобы помолиться, тоже запомнили. А мы Александру будем на руках держать. Ну, а какие пожелания? Так, на лето ждем. Мы желаем всем, чтобы больше было. На лето в гости ждем. Простите кого, чем для семьи можем отдельный дом дать. Мы кое-что приобрели там. Спасибо, Христос. И было здесь, все это в памяти осталось. Спасибо, Христос. Татьяна Тихоновна, как вам передаете? Все хорошо. Так, держите. Богом. Это его вешать надо. Он лежал у меня один, ну кому отдать? Тут найдешь. Угу. К нам все. Приезжали специально за фотографиями. Ангелохранителем. Все, с Богом, брат. Спасибо, Христос тебе. Мы тоже вас рады. Мельник, это организация, которая нам каждый год помогает. Ну, хоть всем. Спасибо, с Богом. Обижаемся. Поклонилась тоже всем. Я до двери провожу и вернусь.